Острые международные темы обсуждаются в эти минуты в Москве. В Россию сегодня прибыл американский госсекретарь Джон Керри. Ранее журналистам сообщили в повестке переговоров с главой российского МИДа ситуация в Сирии, украинский кризис, а также двусторонние отношения. Сообщалось также, Сергея Лаврова и Джона Керри примет президент Владимир Путин. Напомню, в прошлый раз госсекретарь приезжал в Москву в марте этого года.